Сделано в России, а точнее в Саратовской области. Одно из предприятий нашего региона получило право маркировки сертифицированной продукции знаком к соответствию. Завод занимается производством фасовочного оборудования, которое уже востребовано не только в нашей стране, но и за ее пределами. Как работает чудо-машина и какие планы у саратовских производителей, в репортаже Лусине Акопян. С фасовкой и упаковкой конфет такая конвейерная линия справляется буквально на раз-два. Запустить ее можно даже с другого конца света через мобильное приложение. Разработка успела побывать на всех крупнейших выставках упаковочного оборудования и даже привлечь внимание на ВДНХ. Ну а придумали ее здесь, в Саратове. Чудо-машину ежедневно собирают на одном из наших заводов. Каждый модуль работает автономно. Допустим, модуль фасовки, модуль укупорки, модуль этикетировки. Есть небольшие предприятия, у которых, к сожалению, нет пока средств на закупку целой линии, допустим. Они могут приобрести, например, модуль фасовки. Когда у предприятия, допустим, появляются деньги и появляется бюджет, они могут приобрести следующий, например, модуль, модуль закрутки. Модули между собой соединяются по системе Лего, что занимает очень мало времени. Модули, как правило, все на колесиках, то есть они могут перемещаться по производству, могут соединяться между собой в различных конфигурациях. Программное обеспечение, оно для всей линии и отдельно для каждого модуля. Одна из таких самостоятельных моделей – поворотный стол, применяемый для подачи, приема и накопления тары. Совсем недавно он получил заветную птичку. Уже поданы заявки и на целые модули. Это сертификат, который подтверждает качество и помогает в продвижении под зонтиком национального бренда. Теперь у завода есть право использовать знак программы «Сделано в России». Предприятие выпускает оборудование для фасовки и упаковки различной продукции. И география его поставок выходит за пределы не только региона, но и страны. Последняя наша разработка – управление голосом. То есть голосовое управление линией. Мы сейчас как раз на стадии разработки планируем к следующей выставке Росупак в июне добавить в линию как раз вот голосовое управление. В Саратовской области заветную птичку уже получили 8 компаний. Среди них, например, завод по производству автоклавных газобетонных блоков, а также завод систем автоматизации для предприятий, которые тоже смогли завоевать заслуженное признание. По большому счету, это определенный стандарт качества по аналогии, который действовал в Советском Союзе. И те требования, которые предъявляются сейчас к качественному продукту, он получает этот сертификат, они имеют право использовать этот логотип на своей продукции, но это, условно говоря, как определенный стандарт качества. Сегодня продукция, выпускаемая в Саратовской области, востребована как на внутреннем, так и внешнем рынках. А благодаря новой маркировке компании закрепят за собой репутацию надежного производителя на еще большем уровне. Лусина Акопян, Александр Соболев, Юлия Урванцова, «Вести», Саратов.